Так, что у нас тут по ивентикам? Давай посмотрим. Так, давай поиграем. Так, 2 минутки нам дается, чтобы пройти трассу. Сейчас попробуем. Хватит ли мне скорости у этого джипика? Джипик у меня не особо прокачанный, поэтому как бы я могу, ребята, далеко не уехать. То есть быстро по скорости. Опа, финиш есть. Сколько я получаю? 35 тысяч. А дальше смотрим, что у нас еще есть. Так, подожди, а я хочу, например, себе другую тачку взять, да? Тут же есть такая возможность зайти в гараж. Так, где у меня самая прокачанная машинка? Вот она. Поехали на ней. Так, 48 секунд. Блин, надо было ее сразу брать. Конечно. Она у меня самая крутая в гараже. Почему-то я ее сразу не подумал взять. Ладно, сейчас. Не знаю, 30 секунд мне хватит доехать или нет. Вроде бы трасса не сильно большая. Вот, все, есть. Нифига себе, больше десятки набрал. Это хорошо. Так, может быть, мне хот-род прокачать, либо все-таки будем добивать до максимума, скорее всего, вот эту машинку рейли-кар. Ну ладно. Так, на каком? 34-е место. Ну, неплохо. 35-е даже они меня передвинули. Так, ладно. Значит, давай посмотрим, что у нас еще есть. Командные гонки. Вот, в командных гоночках давайте поиграем. Так, гараж. Давайте сразу поставим себе другие инструменты. Это у меня стандартный наборчик. Поехали. Все, едем. Со стандартным набором своим. Эх. Тачку эту надо будет прокачать. Угу. Кстати, там магнитик можно было прокачать бесплатно, поэтому я это обязательно сделаю. Ой-о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 й. Так, башкой я стукнусь об эту штуку? Да, стукнулся. Ну ладно, стукнулся так стукнулся. Так, здесь вот эту тачку я возьму, посмотрим. Угу. Блин, да, гаражик у меня оставляет желать лучшего. Прокачивать надо мне гаражик свой. Ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Ох, чуть башкой не стукнулся. Шлем у меня отвалился. Блин, а чё у нас здесь, бензин не дают, что ли? Чё, бензина здесь не было? Либо я его проехал, наверное, скорее всего. Ладно. О, под водой, это я люблю. Поехали. А, нет, здесь нужно... Типа, кто дальше допрыгнет, да? Ох. Ну, тоже весьма неплохо, 2000. Монстр трак. Поехали. Ах, отлично. Ё-моё, это у нас луна. И поэтому здесь будет сложно. На монстр траке. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не вписался в эту дырочку. Блин. Ладно. Что-то ничего не поделаешь. Не сп... Да ё-мо, главное мне не перевернуться сейчас. Ну, давай. Еще немножко, блин. Мне не хватит здесь этой мощности. Мощности монстра трака. А, нет. Блин. Хватило.
А, удивительно. Чудеса. Чудеса. Здесь еще, видишь, монеток. Чем больше монеток соберешь, тем лучше. О, финиш, финиш, финиш. Блин, я сейчас упаду слишком далеко, наверное. Ну что ж, давайте. Финишировать нужно нам все-таки. В любом случае. Да, 2000 плюсом. Итого 7900. Угу. 7900. Не сильно и много, но и немало. В принципе, нормально. Так, давайте в Adventure поиграем. Ага. Да, давайте здесь. Возьмем, например, давай рейли-кар возьмем. Здесь я далеко проезжал, кстати, на этой машинке. Угу. Поэтому есть большая вероятность, что я достаточно далеко уеду на ней. Проеду много. Сейчас мы это и посмотрим. Далеко ли я на ней уеду? Опа, бензинчик берем. Здесь еще в одном месте будет бензин лежать, но я сейчас доеду до него, посмотрим, где он будет лежать. Ага. Хорошо. Сундучок первого уровня у нас сейчас. Будем копить. Ну, не буду загадывать, конечно, но хотелось бы сундук уровня 10 взять. А лучше 15, например. Там будет какая-нибудь штучка интересная. Опа, бензинчик у меня пищит почему-то. Где бензин? Вот он, вот он, вот берем. Взяли мы бензинчик, хорошо. Успели. О, нет, 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 нет. А, разбились. Ребята, ну на таком месте. Блин, ну ладно. Что ж, ничего не поделаешь. Разбились да разбились. Ну что ж, будем на этом заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.